Друзья, я рада приветствовать вас у себя в гостях. Сейчас начало августа, а значит, самое время выкапывать чеснок. Чем мы сейчас и займемся? Ну что, поехали? Период выкапывания чеснока – конец июля, начало августа. Ориентиром того, что чеснок созрел, служит стрелка. Вот, друзья, она уже выпрямилась, а головка с семенами лопнула. Это сигнал того, что чеснок полностью созрел и готов к тому, чтобы его выкопать. Друзья, чеснок порадовал. Отличный урожай. Сейчас я вам покажу. Вот, друзья, смотрите, какой чеснок хороший. Смотрите. Где еще зелененький стебелек достаточно. Питание шло дольше. Смотрите, какая головка вымахала. Вот крупные я буду отбирать на посадку. А что помельче, пойдет в еду. Но в этом году мелкого нет чеснока. Крупный и средний чеснок. Так. Вот смотрите, какие дольки, какой мундирчик у него уже хороший у чесночка. Так, вот сейчас вот выкопаем чеснок и отправлю его на сушку. Он будет лежать до конца лета. Будет сохнуть. Вот, друзья, смотрите, какой беленький, ровненький, хороший. Вот, смотрите, здесь немножечко поскромнее дольки, но тем не менее они все равно достаточно крупные. Головки ровные, крупные, хорошие. Чеснок не лопается, кожица у него уже хорошая, так что дай бог, урожай хороший, слава богу. Вот такая красота, ребята. Так, друзья, вот этот зелененький чесночок, он в притянении. Он еще немножечко пусть постоит, день-два. Погода позволяет. Этот чеснок пусть постоит. Так, а вот этот уже желтенький весь чесночок, у которого стебелек уже пожелтел, будет выкопан и отправлен на сушку. Так, друзья, что хочу сказать по своим наблюдениям по чесноку. Не нужно сажать его очень часто, а делать между чесночными приличное расстояние. Вот смотрите, примерно вот такое. Вот. Сажайте его попросторнее, и урожай будет хороший. То есть головке будет куда расти, будет место. В общем, не надо жадничать. Чеснок любит свободу. И вот по моим наблюдениям, притянение, вот часть чеснока, что на солнышке ботва пожелтела быстрее. Вот. А в притянении, смотрите, как он хорошо выглядит. Чеснок отлично, еще зелененький, и головки вообще отличные, крупные. Вот такой красавец вырос. Так, друзья, расстояние между чесночными рядами 25 сантиметров, а расстояние между чесноком в грядке 12 сантиметров. Друзья, хорошего вам урожая. До новых встреч. Пока-пока.